Вау! Наконец пришло это время собирать елочку! Люся, привет всем! Снулечка, будем вдвоем наряжать елку? Будешь мне помогать? Браво! Папка от нас убежал. Ну сейчас мы с Давидушкой на раз, два, три. И елочка готова! Последний штрих, конечно, звездочка. Ну что, друзья, елочка красавица у нас. Фу, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Елочка готова. Ура! Ла-л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 а. Какая у нас красота, друзья, как прикольненько, уютненько. Скоро Новый год, скоро Новый год. Наш красавчик Дед Морозик, Снеговичок. Конфетки Леночка поставила. Сейчас Дэвид прибежит и не будет.
там вещички Давидушкину, что ему дарили на день рождения, я тоже поставила под елочку. Мне сегодня Мур, кстати, купил Рафаэлу. Так приятно, спасибочки. Тут у меня венок рождественский, кто помнит, Леночка делала. Снеговички такие красивые, свечки рождественские. Гномика тоже я делала рождественского. Привет, привет. Тут у меня гномики. Конфетки. Тут носочек. Святой Николай, принесешь нам конфетки. Друзья, кому нравится наша елочка, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы с Давидушкой молодцы сегодня. Такая вот красавица. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Всем пока, друзья. Пока-пока. До скорой встречи, до скорого видео. Пока.